Посмотрим, как Жезус проводит предматчевую разминку. Не просто будет защитником с ним справиться, он наколотил уже немало голов и возглавляет гонку бомбардиров Лиги Чемпионов перед этим матчем. Сегодня последний тур группового этапа Лиги Чемпионов. Если остались какие-то вопросы в группах, по завершении этого тура их уже не будет. Дальше только плей-офф. Сегодня Пари Сен-Жермен встречается с Манчестер Сити. Это состав Пари Сен-Жермен. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Смотрим состав Манчестер Сити. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Менье. Юлиан Драксель. Похоже, он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. На чужой половине начал прессинговать соперник и заработал аут. С первых же минут вратарь стал героем эпизода. Не позволил он открыть счет в самом начале игры. И вот настал тот день, когда команда получит заслуженный трофей. Они уже стали чемпионами, и эта игра ничего не решит. Но после окончания матча мы увидим церемонию награждения. Весь сезон они показывали великолепную игру, и сегодня могут просто сыграть в свое удовольствие. И даже если проиграют, то кто их упрекнет? Они чемпионы. Это... Пол команды обыграл, ничего себе! Рахим Стерлинг. И счет матча открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Ну что, хорошим мы увидели гол, красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок, он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Мауро Икарди, Андер Эррера, Неймар, Марко Верратти. Прочитал соперник эту передачу Неймара. Грилиш. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Опасно! Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Выбивает мяч игрок. Юлиан Драксель. Мауро Икарди. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Андер Эррера. Неймар. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Очень опасен Месси с этой точки. Он будет бить. Перекладина играет за вратаря. Переломным моментом в развитии Лиги Чемпионов принято считать сезон 92-93, когда на смену Кубка Чемпионов пришел нынешний турнир. К стадиям плей-офф в розыгрыш добавился групповой этап, а рост популярности привел к тому, что число участников со временем выросло с 8 до 32 команд. Бернардо. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Месси. Рецепта, как сдержать этого футболиста, так, по большому счету, и не придумали. Сколько бы человек его ни окружало, Месси всегда создаст, ну, почти всегда создаст себе момент, ну, или партнер. Даже если на плечах висит по сопернику, Месси за счет индивидуального дриблинга всякий раз находит шанс для удара или остроумной передачи. Кевин Де Брюйн. Это вне игры. Жезус. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Юлиан Драксель. Неймар. Можно провести контратаку. Безусловно, любое место в группе, кроме первого, будет воспринято командой. Хорошо увидел партнера впереди. Икарди. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной.
Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Бернардо Сильва. 1-0 после первого тайма. Манчестер Сити начинает второй тайм. Пока что команда выигрывает. Кевин Де Брюйн. Жезус. Де Брюйн! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Мауро Икарди. Лионель Месси. Навес в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Неймар. Юлиан Дракслер. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать удар. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Серхио Рамос. Говорят, техничный защитник враг команды, но это явно не тот случай. Серхио Рамос с мячом на «ты», но при этом не действует авантюр. Все его решения тщательно взвешены, а потому он и считается одним из самых надежных защитников мира. Марко Верратти. Терпеливо ждут они своего шанса. Явный кандидат на замену. Кевин Де Брюйн. Хороший первый тайм он провел. Отличный пас Икарди. 2/3 матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Мансити флангом атакуют, никого там нет из соперников. Неймар. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Тут его накрывают. Серхио Рамос. Неймар. Александр Зинченко. Икарди. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Стерлинг с мячом на фланге. Есть куда бежать. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать тут. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Габриэль Жезус. Следует скидка. Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот. Ну что, возможно, получится отыграться с помощью того, у кого сил полно. Замена у нас. Джорджиньо Вейналду. Месси на фланге. Есть перед ним свободная зона. Андер Эррера. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. И прицелился, и ударил мощно, выбрал момент, нашел и забил. Отличное исполнение. Да, у этого парня не только умная голова, но я бы еще сказал, золотая. Счет снова равный, 1-1. Александр Зинченко. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. ПСЖ идет вперед. Отдача, чей мяч будет? А вот и гол! Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная. Но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. После этого гола Пари Сен-Жермен впереди, и команды начали с центра поля.
Жезус. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Сейчас замена будет в команде хозяина. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Навес Неймара. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Появляются свободные зоны, самое время контратаковать. Вот и все.